Ну что, всем привет. Вот мы только что прилетели из Рима и был шокирован немножко новостями, которые ждали меня по прилету, что я якобы скрываюсь от долга, который мне присвоил суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и просто чисто физически и теоретически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, то есть выходные, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд. А то, что пишут эти заказные статейки, не верьте, такое вранье. Смешно просто. От и до вранье. Вот. А с Жориным мы еще увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера.